И всем привет, дорогие друзья! Сегодня в этом видео хочу вам показать, как сделать простое, но в то же время красивое и быстрое превью для ваших видосов. В общем, имеем мы некую фотографию. Перекидываем сюда. Туда перекидываем ее. Вот она. У нас перекинулась как бы. Так. Делаем ее в нужный нам размер. То есть нужно зажимаем Shift-Alt и растягиваем ее. Что-то у нас херово растягивается. Ну, короче, растягиваем ее как положено. Какую нам нужно длину и величину. Вот, значит, имеем мы фотографию. Так, нам нужно сюда добавить некоторые кадры, к примеру. Так, к примеру, мы имеем еще вот такую вот машинку. Нам нужно ее сюда внедрить. А, кстати, уже ничего здесь в новом фотошопе не надо зажимать. Я говорю зажимать. Ну, допустим, ладно. Это у нас в размер. Вот. Имеем мы такую машинку, нам ее нужно обстричь. То есть выбираем наш автомобиль, выбираем ластик, просто ластик, и мягкую кисть. Мягкую. Значит, выбрали мягкую кисть и начинаем потихоньку стирать, что нам не нужно. Квадратными скобочками выбираем размер нашей кисти, потихонечку стираем. Все лишнее. Стираем, стираем. Все, что не нужно. Так. Вот. Значит, стерли мы, как нам нравится, по нашему желанию. Так, берем перемещение. Передвинули, к примеру, вот сюда. Так, нам нужно что-то еще сюда внедрячить. Ну, давайте-ка придумаем, к примеру, еще один автомобиль. У нас есть автомобильчик, мы его зажимаем, уменьшаем. Ну, вот наш, к примеру, автомобиль. Так, опять же таки, берем ластик. Наш ластик, вот он. Да, туда-сюда. Ну и начинаем, опять же таки, стирать все лишнее, все, что нам не нужно. Все, значит, так вот мы сдвинули, уничтожили всяких лишних, ненужных людей, к примеру. Ну и вот так вот замечательно. Теперь нам нужно переместить, мы вот сюда его поставили. Отлично, отлично. Так, нам нужен теперь текст. Выбираем текст. Выбираем наш размер, текст, самый шрифт, пишем, к примеру, лето 2022. Окей. Нам нужно его изменить размерчик. Размерчик мы, к примеру, делаем вот такой. Нам вот сюда нужно вмонтировать. Окей. Так. Нам нужно за место, точнее, на задний фон нашего текста сделать какой-нибудь красивый рисунок. Выбираем кисть. Выбираем нашу кисть какую-нибудь. Какую мы выбираем. Давайте, к примеру, вот такую. Но это не просто кисть отставить. Нам нужно сделать дополнительный, отставить группу, слой дополнительный сделать. Вот, выбираем квадратными скобочками размерчик. Опускаем это чуть ниже текста. Выбираем цвет. К примеру, вот такой. Зажимаем кнопочку Shift. Нажимаем левой кнопкой мыши, чтобы рисовать. И рисуем. Ну, к примеру, давайте вот сделаем вот так вот.
Так, кисть какая-то неподходящая. Ладно, давайте выберем другую кисть. Хрень какая-то. Какую же нам кисть выбрать? Что-то мне тут кистей мало. Так. Ну вот, допустим, такую кисть выберем пожирнее. И здесь нам выбрать надо... Так, куда делся? Блин, вот так выберем. Во. Опять же таки, шрифт ставим нам. Точнее, размер кисти ставим, какой нам нужно. Нажимаем кнопочку Shift. Ну и вот, к примеру, вот так. Какая хитрая кисть, не надо нам так. Давайте вот так сделаем, к примеру. Вот. У нас получилось вот такая ситуевина. Выбираем параметры наложения. Выбираем теснение. Так. Теснение тут. Выбирайте, какое вам нужно. Ну, можно контурный сделать. Жесткая гранка, плавная гранка, как вам угодно. Выбираем обводочку. Насколько вам нужно обводочку. Так, делаем обводку. И давайте сделаем тень небольшую. Это какая-то большая тень. Ну, выберем поменьше. Ну, к примеру, вот так. То же самое мы сделаем с нашим текстом. Где наш текст? Лена знает. Вот он, наш текст. Выбираем то же самое параметр наложения. Выбираем теснение, какое вам нужно. Внешний скос, внутренний скос, как вам угодно. Обводочку можно чуть-чуть сделать. Вот так вот. И также можно сделать тень небольшую. Например, вот так. Далее. Этот можно переместить. И у нас уже получается довольно-таки неплохая превьюшечка. Ну, все зависит от кистей. Какие у вас кисти есть. Если у вас какие-то там интересные кисти, ну, соответственно, и задний фон под текстом будет уже интереснее намного. Ну, а так вот у нас, в принципе, вот наша фотография основная. И добавленные другие фотографии, которые просто тупо ластиком мы подтерли, выделили, поставили, все классно. Также мы можем их, эти фотографии, сделать теснением. Давайте посмотрим, что получится. Вот он, на нижнем фото. Мы сделали теснение, такую ограночку. Также можно сделать, отредактировать все, если вам так угодно. Заполнить обводочку. Ну, это все лишнее, конечно. Вот. Ну, в общем, вот так вот все легко и просто делается. Можем объединить эти слои у нас. Реализовать смарт-объект. И уже как единым целым этим двигать. То есть перемещать, куда нам нужно. Можем даже так сделать. Тоже очень даже неплохо. Вот, ребят. Вот таким вот простым, там, легким способом можно сделать такую вот неприхотливую превьюшечку. Все очень легко и просто, и довольно-таки нормально смотрится. Кому, если интересно, могу еще рассказать, как сделать, к примеру, свечение там человека. Это очень легко делается. Если надо, могу сделать отдельный видосик. Но я думаю, это мало кому нужно. В принципе, все самое простенькое я вам уже показал. Делайте, пользуйтесь, и у вас все будет клево. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока.